Друзья, очень приятно, что выставка дарит нам новые знакомства, и у нас новые спикеры из солнечной Мексики. Здравствуйте! Sí, por ahora, saludos desde Rusia a México, y entonces tenemos nuevos speakers. ¿Y cómo se llama usted? Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Villegas, de México y del estado de Sinaloa. Всем добрый вечер, меня зовут Альфредо, и всем добрый же вечер из Мексики, я из солнечного города. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, что вы производите и чем будете нас удивлять? Y si por favor puede decirnos qué se produzca y qué es este producto. Muy bien. Este es el atún sinaloense, que es el mejor atún de toda América. Y traemos atún y traemos productos derivados del aguacate también, del estado de Sinaloa. Мы представляем лучший тунец со всей Центральной Америки. И также у нас еще есть продукты из авокадо, масло и соус гуакамоле, который сделан, соответственно, из авокадо и немножко с перчинкой. Здорово. Хочется узнать, эти продукты уже видела Россия или вы нам привезли их впервые, и мы наконец-то сможем с ними познакомиться? Y por qué usted está en Rusia y cómo lo tenemos esos productos en Rusia ahora o no? Pues bueno, en principio es una gran oportunidad para nosotros los mexicanos de abrir mercado en Rusia. Hemos hecho un análisis de los productos que todavía no se venden en Rusia y ese es el motivo de nuestra presencia en esta feria internacional. Для нас это прекрасная возможность сейчас приехать в Россию и впервые показать свой продукт из Мексики, который достоин здесь быть, достоин уважения, чтобы его здесь уже покупали и потребляли в большом объеме. Поэтому мы очень надеемся на эту выставку. Мы тоже очень надеемся, что вы найдете бизнес-партнеров на нашей выставке, и конечный покупатель сможет по достоинству оценить качество ваших продуктов. И скажите еще, пожалуйста, есть ли у вас стенд, куда можно подойти и посмотреть весь ассортимент ваших продуктов? También como felicitamos que usted está aquí y como esperamos que vaya todo bien con su producto aquí en Rusia. Y también, ¿dónde está su stand para buscarlo aquí? Sí, okay. En Grocos. Bueno, el stand está en este pasillo hacia aquel lado, al fondo. ¿El número? Никто обычно не помнит номер своего стенда, просто, да, скажите, мы находимся в нашем павильоне. Entonces, sí, es que casi nada persona recuerda su número de estancia. Да, мы находимся здесь, в самом начале выставки, как только зайти, сразу направо будет большой стенд Мексики. Поэтому мы вас ждем и надеемся, что вы оцените наш продукт по достоинству. Спасибо большое, пожелаем вам удачи и надеюсь до встречи в следующем году, где вы расскажете, что уже все московские российские ритейлеры работают с вами и, конечно, покупатель наслаждается вашим продуктом. Sí, muchas gracias. Lo esperamos en nuestros supermercados y el próximo año y que usted va a decirnos que todo está bien, sí. Muchas gracias. Aquí estaremos el año que entra, estoy seguro. Consolidaremos varios proyectos en contratos en esta expo. Realizaremos ventas y estaremos aquí el año que entra. Sí, большое вам спасибо за интервью. И мы тоже надеемся, что мы станем большими экспортерами сюда, в Россию, и будем радовать вас своими продуктами в наших супермаркетах. Спасибо. Gracias.